Привет, начальника. На практику я к тебе. А, будущий наемник? Есть задание. Всего одно. Выполнишь? Значит, может быть наемником. Поясняю. Надо замочить кореша одного на кордоне. Сидором зовут. Да это же торговец местный. Какая нахрен разница? Торговец, не торговец. Они вон пол России продали. Замочить, значит замочить. Какие проблемы-то? Так ты хоть маскхалат выдай, как у людей твоих. Или дай средства, чтобы быть таким малозаметным. Ну ты новый сдаешь. В таком камуфляже кого хочешь и где хочешь грохнуть можно. Короче, делаем так. Ты отправляешь к праотцам этого Сидора, а в доказательство приносишь мне его голову. А я, значит, тебе дам немного нашего средства маскировочного. Надо будет два раствора смешать, и ты не видим. Ёк-мукаёк. Ладно, пойду думать, как это дело провернуть. Счастливо! Не болей! Шура, не достать нам и агента. Сумел я пообщаться с боссом снайперов, Химерой. Требует за раствор шлёпну Сидорыча, а отрезать ему голову и понести её в доказательство. Да, надеюсь, ты Сидорыч грохнуть не намерен? Нет, зачем? Я не убийца, но голову-то мне не достать. Вот что, на сопке неподалеку есть лагерь охотников. Один из них вроде чучело умеет делать. Его Филин зовут. Я сейчас Сидору смс-ку сброшу, чтобы он тебе на КПК свое фото прислал. Сходишь к охотникам, спросишь, может помогут. Попробую. Только мне кажется, что это пустая беготня. Чтобы сделать чучело, все равно нужна голова. И именно Сидора. Химер тоже не дурак. Раскусит. Однако вариантов больше нет. Попробуй, я дам тебе чуток денег. Они тебе пригодятся. Да, голограмму уже собрал прибор. Посмотри, что получилось. Вон справа, на полу. Посмотрю, конечно. Ради чего я тут бесплатно вкалываю. И к охотникам тоже схожу. Поговорю с Филином. Хоть бы кто показал. Сидорыч, тебя заказали. Если хочешь жить, пришли стрелку свои фото в фас и в профиль. Что стариков знают. Здорово, лесной житель. Дело к тебе есть. Может, поможешь. Хе, и тебе привет, городской житель. Чем пожаловал? Такое дело. Слышу, вы чучело делать умеете. Надо сделать. Голову сталкера одного. Точнее, торговца. С кордона. Сидорыча. Вот его фотки. Посмотри. О, Дэн не говорил о торговце таком. Он чего, увековечить так себя собрался? Личность колоритная. И голова тоже. На мутанта похож. Но попробовать можно. Самое главное, нужен материал для работы. Такой череп подойдет череп матерого контролера. Вернее, его голова. Кого? Контролера? Ты шутишь? Мне сейчас не до шуток. Ты бы еще про голову плоти сказал. Ну почему шучу? Люди у меня мастеровые. Да и у меня глаз алмаз. Сказал же, нужен контролер с неповрежденной головой. Причем целиком. А то ты ему голову еще не так отрежешь. Тело нужно добыть свежее, чтобы кожа выглядела естественно. Лежало ведь покроется пятнами. Хотя она для работы пластичнее. Тут пару дней назад наши ребята сообщили, что видели на стадионе Припяти необычного контролера с очень крупной головой. Правда, завалить мутанта никто не смог. Псиаура у него слишком мощная. Не приблизится к нему на достаточную дистанцию для выстрела. Может, тебе улыбнется удача? Если это случится, то бери рюкзак побольше и неси этот контроль сюда. Остальное не твоя забота. Главное, не попади мутанту в голову, иначе вся затея окажется бесполезной. Хорошо, только я с трудом верю, что из головы контрика получится голова Сидоровича. Принес я эти контролеры. Туши совсем свежие. О, вижу, у тебя есть дар некрофила. Похвально. Кидай тушь куда-нибудь. Да поаккуратней с телом.
это тебе не дрова. Заработаю с тебя 10 когтей химеры возьму. Да в рублях 100 тысяч. Надеюсь, это не так много. Заказ будет готов примерно через сутки. Сам понимаешь, работа кропотливая и трудоемкая. За 5 минут на коленке. Я тебе качественно не сделаю чучело. А у тебя будет как раз время разыскать когти химеры и деньжат на оплату наших услуг подзаработать. Некрофил? Это кто такой? Вот кем только не обзовут. Ладно, по рукам. Достану все, что нужно для оплаты. Пойду. Не серчай, это к слову. Кто еще кроме нас возьмется за такую работу? Все сделаем в лучшем виде. За старание в уничтожении опасного монстра. Я тебе даже кое-что в награду дам. Кстати, а может вместо Сидоровича чучело твоей головы сделать? Светлее, на кромке приблизнет. Ветерком от... уговор. 100 тысяч и 10 когтей химеры за нашу работу. Вот оплата. Заказ готов? Да, все сделали. Можешь заценить. Товар лежит, а рядом с той ногой под дрова. Работа оказалась непростая. Зря я так мало с тебя денег взял. Ну да ладно. Мало? Сколько просил, столько и принес. Спасибо. Сейчас заценю работу. Если хочешь еще чучело какое сделать, милости просим. Если свое, то сразу еще контролер готовь. Hello, забирай ипотезную. И давай рекомендации, и средство твое, для невидимости. Ну-ка поглядим на товар. Да, ну и поглумился над ним, живодер. Ладно, отдам ребятам, пусть футбол погоняют. Теперь в награде. Рекомендации я отправлю. А средства у меня нет, я не храню его по себе. Опасно, хотя и убить меня нельзя. Но свистнуть могут, тайник есть. Но где он, братан, сказать не могу. Не обижайся, лучше я отвечу на любой твой вопрос. Но не на этот. Да я сейчас тебе самому голову откручу. Хотя, вопрос есть, чего это вы тут делаете? Вроде не грабите, а просто убиваете. Стрелок. Есть наводка на тайничок. Заходи. Опыт. Мои ребята тут тренируются. Потом едут по горячим точкам. Где еще за периметром можно безнаказанно убивать научиться? Может, это и херово убивать-то? Но у каждого своя работа. И это лучше, чем предательство. Да и дело у нас тут заодно. Наши люди на многих территориях есть. Ищем человека одного. Дочку одного босса большого. Пропала она в зоне. Не удивляйся. Да, именно женщины. Теперь гудбай. Я и так сказал тебе лишнего. Забирай арт на прощание. И проваливай. До встречи.